Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, разработчик спиннинга SnareStream. В этот раз в очередной, как всегда по традиции, осенью я приехал в Чебоксарское водохранилище к своему другу Александру Могилкину. Привет. Ловить рыбу. Вот. Ловить в первую очередь будем, наверное, джиг. Посмотрим, что будет ловиться еще. Будем ловить на разные модели, в разных условиях. Надеюсь, разную рыбу. Я тоже надеюсь. Вот. Соответственно, чего? Первые водные дико печальные. У нас сейчас самый-самый конец сентября. Значит, температура воды, ну, по этим меркам кипяток, по 14 градусов. Впереди нас ждут несколько дней офигительно хорошей погоды. То есть уже обещает ветер 17, хорошую волну. В общем, по-моему, это сегодня последний денечек, когда можно вот так вот посидеть, да? Вполне возможно. Но мы не сдаемся. Будем пытаться. Ну, а вы посмотрите, что у нас получилось и получилось ли вообще чего-нибудь. Традиционно время такое рыбное. Надеюсь, мы все-таки что-то поймаем. Вот, я тоже взял с собой новые блесны жереховые. Надо будет заскочить, попробовать. Но это как бы не основной у нас, а такой фоновый процесс. А основное это все-таки джиг. Ну и может быть крупные приманки. Посмотрим по ситуации, как у нас тут что с ветром будет, как с остальным. Вот. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Погнали. Все, давай погнали. Поклевочка прям еле-еле такой тюк. Вот я не знаю, если бы, наверное, был не экспириенс, наверное, не почувствовал бы ни хрена. Там еле-еле на грани ощущения. Залез в корягу. Сначала хотели уж ехать отцеплять. Да. Классно, прям ощущение. Но вываживание. Я уж думал, его из коряг не вытащу. Но ничего, вылез. Килограммчик 3, наверное. Ну, не 3. А ну да, 2,5. 2,5, да. Хорошо. И руки почти нет. Печальный факт. Очень. По одной простой причине. Здесь таких сидят. Она здесь стоит. Нехорошо. Очень закоряженный и очень симпатичный. И кстати. И свал очень сильно быстро, видишь, резкий. Прям вообще резко свал. Резко, хорошо. Ну, коряк не очень много. Не очень, как бы, интересно. Такой судачок
Нормально. Пролом 16 сантиметров. И вот такой вот, такое недоразумение. Ну, на самом деле здесь щучья точка, здесь такого сюда как тушу. Ну ты у вас яму брал, не скорек. Она охотилась за окунями. Охотник поймал охотника. Да. Вот мы и закрыли. Вы Евгений. Ну, в общем, да. Ну, ты за нашивку зацепился, за нашивочку. Оп, все. В этот раз специально не стал брать с собой бигбетовый комплект, просто покидаю немножко экспириенса. Вот. По идее, это, конечно, под такие приманки нужно все специальное, там, типа диктатора, тора. Но интересно, как экспириенс справится. О! Ну, небольшая. Подсак. Подсак, да? Да, давай. Ну да, 3,5 Вот после этого кто скажет, что на бигбейте ловится только крупная рыба. Ну вот она, сколько это? 3,5 Даже 4 не дотягивает. А бигбейт, между прочим, 22 сантиметра. Судачок, Сережка Жмура. Кстати, самое интересное, вел ровно-ровно, коснулся коряшки, поддернул. В этот момент атак. В прошлый раз, в прошлой проводке было все то же самое. То есть, на самом деле, прям впрямую всегда вести, может, и не надо. Может, иногда надо и поддергивать. Кидали сейчас с другой точки. Вообще ни поклевки не было. Перевстали, стоило перевстать. Ну просто ветер сильный, неудобно. Сейчас вот по ветру встали. Правильно облавливать стали каретничек. Вот она взяла со свальчика. Как смелячка на свал пошло, так сразу ам. Она уже здесь, она рядом. Разверни Каня побольше, ты ее держишь спиной. О, вот так, во.
Может быть, вполне. Опа! Ну, Сань, 3 плюс 4. Ну, я говорю, за трешечку. За трешечку. Ну, четверка-то да, четверка, скорее всего, есть. Покидал несколько раз бигбейт. Сначала по свалу проводил над глубиной. Не было поклевок. И с другой точки, с другого направления только что кидали. Все прокидали, нет поклевок. Вот немножко угол заброса сменили. Кинул в глубину, нету смелячка. Прямо на первой же проводке. Причем вот эта щетка, та рыба, которая у меня клевала. Ну, в общем, да, потому что прямо с того места. Да, да, да. Вот. А вот здесь, на вот этой вот резинке, она не оставила вообще ни разу зубов. Две поклевки, никаких зубов. Да она и на этом-то повисла, он еле-еле это, выплюнула его. Короче, в в некоторые моменты бигбейт рулит. Собственно говоря, что? Несколько дней пролетели, помокли, померзли на ветру, крокодила не поймали. Кстати, даже ни одной поклевки крокодила не было. Не было крокодилей, выходы были. Да, то есть видели глазами. И то только восьмерочку где-то. За бигбейтами выходила, жрать не стала. Но в любом случае, как бы, щучек до пятерочки поймали, судака не упирались, рано еще. Мы сюда приехали чисто за щукой. Вот, но, как я понял, приехал я слишком рано. 13,4 вот сейчас температура воды. За сколько? За несколько дней упала на полградуса. Ну, в общем, да. Да. А нам нужно хотя бы градусов 10. Вот. Поэтому чувствую не последний приезд сюда. Но в любом случае, время провели хорошо. Экспириенсы обловили. Обловили. Новый Альянс Джиг обловили. Вот. Причем экспириенс обловили в двух ипостасях, то есть и как джиговый спиннинг, и самый мощный экспириенс мы ловили на бигбейт. К сожалению, ничего серьезного, там крупнее 4, наверное, да, там примерно 5 килограмм не попадалось, ну и ладно.
Вот. Очередной раз убедились, что крупные приманки осенью рулят. Да, абсолютно. Очередной раз половили на крупный поролон. Крупный поролон вообще как бы всех порвал. Да. Вот, ну было и было последние пару дней, что даже на бигбейта она не выходила вообще, а поролон все-таки свою нишу, свою жатву собирал. Ну, на самом деле, клев плохой, и что-то вот в этом году вообще везде не очень хорошо, если честно. Ну, будем надеяться, следующий год будет лучше. Или хотя бы вот через пару-тройку недель, когда водичка остынет, можно будет что-то отдельное, именно крупное трофейное поймать. Ладно, все, всем пока. Всем пока. Увидимся в следующей передаче.